Всем привет, зрители, подписчики канала на ютубе. Ну что, я дома, да? Приехал сегодня. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Вероника. Папа, папа, всем привет. Я сегодня папа. Да, папа сегодня приехал, да? Да. С работки уже отработал два денька. Папа купил. Что? Папа купил сегодня. Что купил? Ну там эти. А, картофельные эти. Оладушки? Да. Да, вам картофельные оладушки папа купил. Вот, ну что, у нас сегодня суббота, да. Уже время 11 часов, на начало 12-го. Мы уже покушали, да, ну, в принципе, стали, когда на часиков 9, я приехал в 8 почти. А мне? Папа нас покушали разбудил. Вы омлетик? Нет, не папа разбудил. Разбудил Илья, потом я... Я приехал еще раньше. Раньше первая проснулась Вероника, начала кушать, да? Потом Ильюша, да? Все, я приехал, я приехал вообще, все спали, так что... Все, потом все. Мама проснулась. Кошка меня сегодня встречала, голодная, да, я ее кормил. А вот, потом мама, потом да. В общем, нормально отработал теперь до понедельника до ночи, так что сейчас три полноценных дня. Мы будем здесь. Сейчас мы идем куда? На парк! Да, идем на курган. И ну там в парк, да, посмотрим как раз. Пойдем. Всем привет. Всем привет. Ну, как посмотрим, что там. Я еще тоже не знаю, что там еще. Сейчас сходим, посмотрим. Вероника уже прощается. Да, посмотрим. Погода у нас сегодня облачная. Ну, я приехал, было жарко вообще. Мне на облачку. Облачность у нас в Брянске. Я, кстати, уезжал сегодня в 6 часов утра, конечно, холодновато было. Там вроде солнце, но прохладно было. Так. Плюс 8, по-моему, длинные. Приехал на легенькой кофточке. Ну, приехал сюда. Соскучились все по папе? Конечно, соскучились, да. Да, меня сегодня уже Илюша нытьем, как обычно. Встретил. Нет, встретил нормально. Нет, встретил нормально, так, в принципе. Вероника, Вероника, вот Вероника теперь начинает нас забияка, да? А папа когда приедет? Сегодня или завтра? Ну правильно, он думал, что ты как ночью приедешь, я говорю, нет, он приедет рано утром. Ну, утром, да. Но я приехали полтора часа, я только когда зашел. Вот. Нормально, доехали, все хорошо. Так, ладно, все, собираемся мы на улицу, вернее, уже собрались мы все, да, детки да, одеты, сейчас. Все одеты. Да. Вот. Задиры, ужасный слово задира, кошмар какой-то, задирается на Илюшу. Да, уж и маленький. Владика, она не да. Так, а вот и то преподает хорошо, а и достается. Вчерашний Татьяна Шувлок снимала, уже выгружается на YouTube, так что скоро увидите. Так, что такое, все? На улице хочешь, все. Все, все, собираемся, да, все, давай. Пошли. Да, и увидимся уже по дороге и на кургане, соответственно, да? Да, сегодня суббота, завтра воскресенье, выходные денечки. Да, мы отдыхаем, все. Не ходим. У меня большие мысли. Ну, по делам. По делам, да, все, выходные. Все, пошли, да. Увидимся. Илюшка не катается, пока маму ждем, да, с Вероникой. Илья. Что такое? Вид попроще. А на это не стал? На слоненьке, нет? Так, ну что, мы идем по Крахмалевой по улице. Проходим Брянскую таможню, да? Да. Детки уже с булочкой. Брянская таможня. Илья, булочку кушаешь уже? Да. С маком и сосиской. Сарделькой. Mm. Она сарделька, наверное. Ну да, с тоже. А? Нет. Что? Тихо. Вероника даже спит. На солнышке притомилась, да? Да. В общем, про уль. Немножко. Ой, папа заехал. Давай, неудобно, когда снимаешь. А, давай. Оп. Крахмалёва улица. Да? Пострижен красиво. Эти как кусты, да? Кустики. Ты поставь на эту штуку ее. Да, чего здесь ровно дорога. Да? А, и курган вроде он там, где краны за ними, как я помню. Примерно. Небольшой ведь. Ну жарко, на солнце прям вообще жарко. Когда ведь отдуется. Все равно нормально. Не, ну не так уж прохладно. А? Жарко, Илья? Тебе жарко? Сегодня мы, Илью, нас сведем все-таки в расческу, да, вечером постригем. Не хочет, правда, он, но надо. Уже? Будет сидеть опять. Совсем. Да. Ну ладно. Оброс. Такая-то что? Меня, тебя? Ты еще нормальная. Нормально. И мне еще надо. Пенсионный фонд.
Здесь Пенсионный фонд Российской Федерации. Ну, все, все рядом, да. Кстати, почту там рядом мы проходили, Россию. Прямо рядом с нами. Ну, тут, в принципе, до кургана 2 с чем-то километра, так что пешком, в принципе, тут пройтись нормально. Можно. Так, ладно, увидимся уже. Так, мы дальше продолжаем идти. Тут прошли уже налоговая была служба, вот Брянский областной суд. И прямо они идут, да? Все сторону, одной стороной. Тут правосудие, богиня, Брянский областной. 30 градусов показывает. Вот. И здесь кольцевая, и так вот красиво сделано вообще. Там что-то тоже, типа, служба какой-то. Скорее всего, там елочки все, все пострижено, да? А вот это я не знаю, как понимаю, тут, по-моему, этот будет торгово-развлекательный центр Мегагрин, если я как помню, вот просто то, что на этих пересечениях где-то строилось. По-моему, в следующем году будет сдаваться объект. Не знаю. По-моему. Ну, большой-большой. Ну, тут, типа гостиничного комплекса, игрового комплекса, боулинга, что такое, не знаю. Это, по-моему, в этом есть в Курске, в Белгороде грины эти большие Мегагрины. Ну, это по Маклине, что-то такое они. В Орле, я не знаю, или Белгород. Так, не, а можно здесь пощелкать? На обратном пути, наверное, пощелкаемся. На обратном пути пощелкаемся здесь. Сейчас надо найти нам, правда. Мы, наверное, неправильно пошли, конечно. Пешеход. По-моему, а здесь мы. А здесь точно мы не пройдем? Здесь нет пешехода? Нет. Точно? А, ну, а на эту сторону нет пешехода, разве? Вот здесь, если мы пройдем. Не знаю. Там тоже стройки везде идут. Вообще строится. А это управление федерального казначейства. Короче, все рядом, все эти такие службы, да, здесь у них. По одному, все по одной стороне. Там вдалеке дома строятся. Подожди, нет, не пройдем. А, и тут бывший аэропорт старый. Застройки полностью, тоже будет район полностью строиться. Он уже начал строиться, как и говорили, да? Будет большой район, старат. И он пошел дальше, туда. Тоже там краны. Мы здесь не пройдем, наверное, да? Нет, ну здесь нет. Так, через дорогу, да, попробовать. Да, сейчас посмотрим. Потому что движение здесь не очень. Комплекс настроения территории бывшего аэропорта. Ну, тут строек будет. Ой-ой-ой. Так, ладно, сейчас будем переходить дорогу и увидимся уже попозже, как кольцевая большая. Ну, в принципе, я был прав, да. Это тот самый Мегагрин. Строительство. А, даже в 2017 уже. В 17-м. Это вот такой будет? А? Да. Обалдеть. Большой. Обалдеть. Что, Илья, обалдеть? Даже линия близко. Ну, линия, почему близко? Близко возле нашего дома близко. Здесь она не близко будет. Считает полностью дорогу. Нет, просто развлекательный комплекс будет, кинотеатр и все такое. Просто если отдохнуть. Август 2013, август 2017. Ну, кто живет в Орле, в Курске, я не помню, в Белгороде точно, наверное, есть такие мегагрины. Корпорация Грин. Ну, такое большое металлоконструкция с сооружением. Так, ладно, нам осталось немножко, по-моему, дойти до улица Дуки, а там уже идет курган или Бежецкая, там как-то переходит. Увидимся. Так, мы на кургане. Давненько мы здесь не были, именно уже на нем, да? Да. Оп, что это, Илюшкин? Да, паровозик. Паровозик, там фонтан. Машинки. Папа, какая штучка, видишь, катается? Хочешь или... на такой, Владик? Да. Хочешь на такой покататься? И ты. А там только если посадить только его. Ну, вдвоем, вдвоем можно, да? Да, вон он. Надо посмотреть вообще. Что там? Потом пойдем туда, там. Что? Тебе на мне очень хорошо. Вот там. Наверное, мне кажется. Монумент. А, фонтан, да, он маленький сегодня. Птичек тоже кормят. Из-за ветра. А, ну да, может быть, из-за ветра, действительно. Ну, будете спрашивать, сколько эта штучка стоит? А на чем ты будешь? Хватит. Ну, иди, подходи, я здесь стою. Спроси, сколько стоит штучка. Фонтанчик и кунган. Не знаю, сделали, раньше мы здесь были, еще подсветки не было.
мне кажется, должны были сделать. 2 года уже прошло с момента этого. Ну, так что пешком мы не спеша шли 35 минут, 30. Вообще не спеша, конечно, от нашего дома. По прямой, грубо говоря. Сейчас спросят, сколько это стоит. Штучка такая вот. Она, наверное... Не, сам управляешь, тоже качаюсь, скорее всего. Вот здесь тоже проходит фейерверк, салюты, празднества, посвященные большим праздникам. Так, ладно, сейчас узнаем. Итак, детки захотели кататься на ладик, как обычно. Он сам, ладик, он сам, пускай. Зачем так делаешь? А Илюшкин на машине, он такой. У него самая красивая машина. Сережа стоит. Да, вот так у нас Илья катается. Илюшкин! Смотри аккуратно, не врежься. Фонтан. Фонтан. Катаемся по фонтану, да? Гляди, какой Владик поехал туда. А, ну едь туда, разворачивай руль. А-а-а, сколько она катается, да? Да, там ребенок катается. Интересная тоже вещь. Такая. Едь прямо вон туда, где Владику есть. Руль выкручивай так вот и есть кладику. Так, Илюшка уже покатался, машинку поставили. Ладик тоже поехал на стоянку, он поставил машину. Свадьбы гуляют. Ладюш, давай сюда. А папа там с Илюшкой уже, и с Вероникой тоже проснулась наша. Топает. Все, накатался, Ладь? Самолет, вертолет летит. Вон он. Это вертолет. Не знаю, не видно, не видно, наверное, его уже было. А что, это самолет? Да. Ну, самолет не видела. Я потому что вертолет такой, он так не может лететь быстро. Да? Угу. Хорошо. Илюшкин, бегаешь? Да. Да, пойдем посмотрим. Накатался. Накатался? Родинский дочек. Молодец. Молодец. Сам рулил, молодец. Да, потом еще в парк сходим. А потом обратно будем покатаемся еще, хорошо? Вот надо что. Куда? Сейчас пойдем туда, Илья. Вот на эту штуку хочешь? Да. На разном пути покатаемся на этой штуке. Будем идти обратно, покатаемся. Там же карусели впереди. Много-много карусели. Пойдем посмотрим. Ура! Вот, подходим к фонтану. А? А я показывала уже. Да, красота. А мы сразу были в фонтане, да? А мы не были, не было фонтана, да. Не работал, да? Mm-hmm. Так, подошли к фонтану. Илюшкин! Аккуратно! Тоже много фотографируют, свадьбы. Тоже заинстаграмили мы это дело. Аккуратно, аккуратно, там бахает все. Вон паровозик едет. Это паровозик большой круг делает. 50 рублей тоже стоит. Для взрослых можно, не как у нас, только для детей. Большой. Он там дальше приезжает, вокруг этого, самого кургана. А там, возле кургана приезжает и обратно вот к стеле. Большой круг. И машинки тут, да? Сколько? Пойдем по кургану. Да, к кургану пойдем.
Да? Стоп, 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 аккуратно, тут скользко. Аккуратно, аккуратно, можете садиться. Зачем? Там, там свет должен быть. Там а? Ну, подсветка, да. Там подсветка. Так, идем мы дальше к кургану, не знаю. Ну, кто на курган пойдет? Я. А, я буду внизу с ними тогда, да? Есть, с ними сходи. А? С ними сам сходи. С ними? Ну, да. Пойдете на курган с папой, да? Мама там внизу побудет. Покажу вам. Да? Она пить хочет. Пить? Наверное, а да. Сразу, есть попить? Конечно. Что? Ну, с папой, да, и с Владиком. Так, все, уже увидимся. Да, 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 пойдемте, пойдемте. И пойдем туда, на курган. Что? Ага, ну она поехала. Так, с детьми собираем. С Владиком и с Ильей на курган поднимаем сейчас. Ну, снимал я отсюда уже ролики, уже были самые первые, когда на канале. Вот. Житель Ленинска, по вашим боях, свободу и независимость нашей родины, курган смерти, сожжен в 1968 году. Владик! Илюша, подожди меня. Илья, Владик! А руку можешь за ручку взять? Ручка аккуратно. А дальше за ним будет парк. Центральный парк, по-моему, четвертый город Брянска. Оп, оп. Тише. А то скатится здесь кубарем. Аккуратно. Владик. В другую сторону руку возьми его. Вот так, да. Оп. Зашли. Да? Вон там парк. Поднимайтесь, поднимайтесь. С мамой где-то там снизу с ними. Оп. Саша, возьми, сказали. Да, руку где? О. Аккуратно, иди сюда. Вадик. Вон мама. Вон, стой, тихо, 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 аккуратно, Вадик. О, не. Маши маме. Ну, постой здесь. Не ходи никуда. С мамкой приблизим. Где она там? Вот она. Илья, иди сюда. Илья. Вон мамка. Дай руку. Пойдешь. Какой красивый вид отсюда. Фонтан. Что это, Владимир? Там фонтан, да. Вот оттуда мы шли. Ну что, закашляли все? Я только чихаю. Чихаешь. Владик, 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 давай не ходи. Иди сюда. Владик. Сюда. Вот. И вот такой вот курган. Такая мозаика. Все. Что? Давайте вас щелкну сейчас. Сейчас он дядя щелкнется. Тоже много фотографирует. А вот там парк. Смотри, Владик. Вон там. Мы туда пойдем. Да, сейчас туда пойдем. Туда проводят, заезжают, видишь, куда? И обратно потом. Вот такой вот пейзаж Брянска. Сейчас пойдем, там комплекс речной, по-моему, да. Проводишь куда поехал, к парку? Сейчас пойдем. Вот так вот, красивое место. Да? А мы там, Владик, играли, это чуть подальше. Там внизу. В тот раз на турнире. Вон там, видишь, где в овраге, да? Просто отсюда не видно, а? Ну, за деревьями там внизу, короче. Когда на турнире вы были, помнишь? А, да. Ну, когда в зале играли. Провозик там сейчас оттуда приедет, провозик. С другой стороны, да, приедет провозик. О. Давайте сейчас щелкнем. Ну что, зашли мы в Центральный парк. Культуры отдыха имени 1000-летия города Брянска. Провозик, да, сюда сейчас, пожалуйста, посмотрим, что где-то еще не было. Давай вам скажем, где-то. Да.
Они одинаковые везде. Вон гран-при. Что? Куда ты врываешься? Топать хочет. Топ-топ. Топ-топ. Вот так вот, не спеша. Пойдем дальше. Я уже не вижу. Тоже. Что? А что там? А, там гонки. Там машины гонки, да. Ходи, смотри. Вон колесо обозрения, видишь? Вон большой. Вот, на воде тоже эти, как и там, да, в принципе, для Толстого. Тут тир, шашлычки. А я не знаю, где. А, ну пойдем. Так, типа машина, где? Машина ездит, непонятно, конечно. Какая была? Колесо обозрения работает он. Колесо обозрения работает. Вон, для самого... Сейчас посмотрим. Вот. Мороженое. Вот они все аттракционы. Для маленьких и для всей семьи. Вот название. Ну, что там? Что там? Или шарики? Там только у вас и шарики есть. Квас бочковой. Квас хочешь или? Кваса брянского. Хочешь квас брянский? Там квас продают. Квас, да. Будешь квас? Все, Илья квас захотел. Ну, будешь, Владик? Там интересно очень. А Владик? Надо бегать вот по этим. Слышь, как шар раз. Ну, знал, он видел, да. Будешь, Владик? Давай. Ну, чего ты? Разувай. Так, билеты у вас, да? Тань, где билет? Тань, билеты где? Сейчас спрошу. Билеты уже? Да, на следующий. Кто хочет? Не пойдешь ли? С Владиком пойдешь? Я, ну все, сейчас. Так. Славом, сиди, сиди. Владик, пусть он сидит, а ты ковыряй так. Он боится. Испугался? Давай, крути его, крути давай. Владик, крути, крути. Оп. Илюша боится. Боится. Так, стой здесь. Что, Илья испугался лабиринта. Катайся, Владик, один. Оп. Все, Илюша высовывает с такого лабиринтика. Катайся, Владик. Ага. А что тебя? Владик, он один сейчас будет. Пусть. Илья, одевайся. Вероника. А, Вероника. Тань, ты будешь долго, он будет грязный весь. Все протер. Вероника. Вон, там карусельки тоже, ветерок цепные. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Владик, давай-давай-давай. Оп, крути-крути-крути. О! Ой, Владик, плескается. Там Владик, Вероника, да? Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой, что это мать там? Ну, крути! Как он туда забрался? Я буду! Что ты, испугался? А, Илья? Я буду! А? Давай-давай-давай! Да надо остановиться, можно так. Можно стоя, можно, что же. А что ты испугался? Ну а что ты попугаешься? Это же как батут, то же самое. Да на, держи, куплю булочку и квас-то. Подуем, куплю. Пришли на аттракцион полет. Владик с Ильей сейчас поедут на самолетах. Потом на батуты, наверное, на те, я не знаю, или горки, на тот лучше. Вот. На паровозик, что я не захотел. Поехали на полет. Вот такой вот полет. Владик. Владик, ты уже большой, да, из этого самолета?
А, ну, Владик захотел, тут еще торнадо, типа, к нам приезжала такая штука. Наверное, в прошлом году мы катались к нам. Да-да-да, типа такого. Где бы еще детям радоваться, действительно, парки, действительно, как парки. А? Ну, как у нас было, ну, какая? Вот такое торнадо. Это для взрослых уже. Ну, а потом батут, да? Потом на батут на это пойдут они. Ну, лучше на это, мне кажется, пойти, да? Чем на горку, да? Да, да. Вероника. Кто там? Братики катаются, да? На самолетике катаются, да? А-а-а. Катаются, да. Полет у них тут проходит. Там колокольчик, как у нас. Там колесо обозрения. А что, наверное, да, там колесо обозрения, да, и все, наверное, больше тут еще такого. Больше ничего, да, здесь. Там уже, по-моему, спортивная, да, по-моему, площадка, там, да. Ну, так и для взрослых тут торнадо, и вот эта вот штука, которая раскручивается, вон там, вон стоит, да? Да. Вон там, для взрослых. А, машинки еще, смотри, есть, вот. Да. Владик может покататься на машинках. Да? Да. Я не знаю, будет еще Елена на паровозике? А? Мы? Я не знаю. Будем кататься? Я хочу. На чем? На торнадо? Да. Ну давай прокатимся на торнадо. Сейчас, да? Ну да, сейчас один. А потом они их покатают, да? Да. Все, иди, Валик. Все. Сейчас мы с мамкой прокатимся на торнадо. Да. Оу. Надеюсь, детки не забоятся, прокатимся. Все, Илюшкин. Прокатился, ой, радости сколько. Владик, а Владик, ну что, постоите, мы с мамой прокатимся на торнадо, на который ты, помнишь, боялся? Ну мы будем кататься, Нет, ты с Вероникой постоишь, с Ильей, постоите, посмотрите, ладно? Пойдемте. Так, увидимся там. Что, поехали, да? Зачем я это сделала? Сейчас поедем. Я уже боюсь. Сейчас еще ждем, наверное, кого-то. Ладно, не видим. Давай. Закрой, это повысится. Ну такая же, как мы с Владиком катались, хоть чуть-чуть вам побольше здесь трасса. Побольше, поновее. Да. Ну да. Сейчас поедем. Пока детки наши стоят, ждут нас, надеюсь, не заплачут. Да? Да. Что это? Уже замерзла? Страшно? Страшно. Страшно, мне кажется, на тех получше. На каких? Ну, на тех, вот, которые там, вертушка эта. Да? Да, мне кажется, на тех получше будет. Угу. Эй! Оу, Вероника радуется. Пока. Сейчас потом на батуте будете прыгать. Да. Посмотрим сейчас там, да. Сейчас прокатимся. Все, минут две, наверное, три. Поедем, ладно, сейчас. Это разгон. Это был разгон. Держи.
Так, дети уже полезли на батут. Ну, о, что ты? Торнадо, впечатление как? Я бы с торнадо могу дойти. Да? Да. Видишь, карабкается. Илья, что ты? О! Давай, 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 давай. Залезешь, будешь как Владик прыгать. Вот. Опа. Горячие? Ты ж подтолкни Илью. Подтолкни Илью, а то он будет, знаешь, карабкаться сколько до конца дня сегодняшнего. Давай еще немножко, Илья, осталось. Давай, давай, давай. Танюшка на лапку села. А, давай, 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 чуть-чуть еще. А, торнадо получше здесь, конечно, чем приезжал к нам. Особенно второй круг Фонтане. Ну, все. Тихо, тихо, тихо. Сейчас это свалится здесь. Поехали, Илюшки! Итак, наша Вероника тоже добралась до батута, да? На батуте! А! Деловая! Пока мальчики наши прыгают там на том батуте. Копошатся. Вероника у нас здесь, да? Копошится на маленьком батуте. Вероника! Скажи, слезай. Нравится, нравится ползать. Прыгать мы еще не умеем, зато ползать умеем. Ку-ку, спряталась. Спряталась матрешка Вероника. Ку-ку. Ку-ку! Ку-ку, Вероника! Ай, довольная! Илюшкин. Вероника, ты здесь? Да, уже здесь. Аккуратно, тебя хоть там не задавят. Перешли на другой батут. Владик, Илья прыгает. И Вероника. Опа. Ой. Здесь плохо видно, она красная весь. Где там Вероника? Вероника, аккуратно. А то опять столкнетесь. И колесо обозрения. Она как-нибудь потом уже, она медленно крутится. Как-нибудь потом. Прокатимся с Татьяной попозже. Там минут 10, наверное, она крутится. 10 минут не вытерпит детки. Хе-хе-хе! Вероника качается. Ау! Агу! Довольная! Эй! А? Аду! Прыгайте, прыгайте! Оп! Давай, смотри аккуратно за ней! Вероника! Так, Владик уже на машинках. Илюша опять сел к нему, но вот этот... Машина тут ездит грём и не стал, да, Илья? Что, забоялся опять? Всё. Губы надул, забоялся. Оп, врезает машина как. Тут лодочки, я не знаю, вам меньше намного, да, мне кажется, гуси? А? Там больше были.
Буселебе. Ну, подобие все равно такое все. И такой же там и... Ну, там поменьше машинки Толстого, по-моему. Поменьше немножко. Что, Владик гонщик. Видишь, какой Владик гонщик, да? А ты что забоялся? Потому что машинка гремит. Гремит, да, гремит машинка, потому что. Потому что гремит машинка, сказал Илья. Так, ладно, все, сейчас будем уже уходить, да? Все, время 2 часа, пойдем домой. Раз, вот. Кушать хочет, да? Да, накатались нормально. Накатались нормально, еще вечером пойдем, наверное, в аэропорт, да? Увидимся. Итак, ну что, мы уже дома, буквально минут 45 назад пришли мы домой. О, шли обратно, Илюша уже у нас устал, идти обратно, они с Татьяной поехали на маршрутке, а мы шли с Вероникой, которая заснула, да, и с Владиком, да. Илья действительно сильно устал, сегодня заморился, как раз это, на батуте столкнулись они с девочкой тут. Да, разбился сильно губом. Ну, не сильно он разбил. Ну, до крови, да. Ну, просто он повернулся, как раз в тот момент, когда девочка спускалась с большой горки. Прямо уже с ногой. Не ногой, понял. А, они лицом, она лицом? Головой, головой. Головой они ударились. Ну, получается, головой она как бы в губы к нему попала. Ну, да? Что? Ты тоже на батуте с ним была, да? Да, на батуте была. Вот поспала минут всего 10. Когда мы дошли, пока с Владиком. Ну, с Владиком быстрее мы дошли. Ну, естественно, с Владиком вы это дойдете. Так что, в принципе, нормально. Здесь можно минут до 25 дойти, до 20 до кургана. Парк, да? Еще скоро сходим, да? А на следующей неделе в другой парк сходим. В Толстого. Да, в парк. Кирилл придет и сходим, да? В парк. Сходим в парк? На батуте будешь кататься? Нет? Будешь кататься на батуте, прыгать? Да? А сегодня будешь кататься на лошадке в аэропарке? Будет, да? Куда он денется? Конечно, скажи, естественно. Скажи, сегодня сходим мы, не знаю, сходим. Четыре часа? Ну, не знаю, где-нибудь часиком к 6, наверное, пойдем, 6, наверное, пойдем, не знаю. Надо пешочком, наверное, пойдем, потому что маршрут. Владик сказал, будет пешком ходить. Так, да, в принципе, тут даже меньше ходить. Потому что вот этот овраг просто, там размыло все это, конечно, да. Неудобно на коляске просто. Да. Было бы нормально. Там, вот нормальная дорога была вообще шикарная. Илюш у нас отдыхает, все, сразу вырубился. Да, ну, вот. Уварился. Владик там на планшете играет. Мы сейчас будем обедать, да? Что такое завтра? Будем обедать. Фотографии уже с кургана, там с парка мы уже в Инстаграм выложили. В Инстаграм. Да, Вероника? Девочка наша, красавица. Что такое? Бах, сейчас будет. Спать, походу, она больше не будет, да? Походу, она спать уже все, да. Да. Я пишу, ты там держи, пишу, держи, ты. Опа. Сейчас вам бах. Мы шли на курган, она спала. И с кургана еще, ну, 10, наверное, поспала, она так 15, там, раскумарила ее. Прыг. Ела печенюшку. Да, с печенюшкой. Спусти ее. Все, не хочется. Танюшка загорела вон плечики. Да, на солнышке. На солнышке загорела. А погода жарко сегодня. Ветерок даже поутих немножко. Более-менее такой теплый стал. И вообще у солнце да, прямо. Вообще. Да, ну, сегодня, короче, не знаю. Зараз с Владиком мы идем точно на фильм «Шпион». Комедийный боевик. Планшет там. Сейчас будет внизу. И телефон тоже. Интересно другое. Вот. Идем мы с Владиком на 10 часов, наверное. Пойдем сходим. Сегодня сходим, наверное, в ленту, да? Закупимся немножко, чтобы сразу не бегать за дружбу. Зато единственное, что надо сходить мясо купить домой. По рынку пройдешь, посмотришь. Да. Бери, пожалуйста. Алло. Вероника, алло, алло. Разговаривай по телефону. Алло. Как ты их делаешь? Алло. Как здесь? Алло, скажи, да? Кто звонит? Папка звонит? Мамка звонит, да? Извините, мы соображаем уже все, куда надо. Да ладно, хорошо, сегодня отдохнули, в принципе, я считаю. Ну, еще ладно, сходим в аэропорт, вот они там покатаются в бумеранге немножко. Еще. Ну да. На следующей неделе тебя другой уже парк. Ну, они первый раз были в этом парке, так что, в принципе, что Владик, это да. Посмотрели, эмоции куча, говорит, хорошо. Да, день. Да, ну. Что там, Вероника? Нет, вот это не надо трогать, не надо. Так, ладно, будем кушать, да? Увидимся попозже.
Мы в аэропарке, веселые расчески. Илюшку стригут под машинку. Сегодня вроде без крика. Чупа-чупсом. Вероника там тоже смотрит. Вадик там мультики. Илюшка выбрал такую вот машинку. Вот. И Илюшку стригут, оболванили. Покороче на лето, потому что тепло, жарко. Чупа-чупсом не расстается. Ходили по ленте, закупились. Вероника сейчас будет с книжками заниматься. Моднявая наша с бантом. И села. Ой, Илюшка. Деловой. Оп. И все, правильно. Чем короче, тем лучше. Растет. И Вероника и ручками занимается. Оп-оп, Маша ты, Вероника, да, наша? Вот так Илюшку стригут. Вот тоже много деток здесь стригут ребенка. Здесь на коленочках прямо у папы. Уже маленькие. Пойдем, дочки-сыночки, нет? Зайдем. Зайдем, дочки-сыночки еще. Посмотрим, Вероника. Оп-оп-оп, тук-тук-тук, да, делает? Вот так вот, тук-тук-тук. Тань, наоборот ложит. Вот так вот. Илюша стригут, веселые расчески. Оп. Вот такой молоденький стал, еще моложе стал. Илюшка уже в бумеранге накатали. Вероника ждет тоже там машинку. Илюша на лошадке на своей. Подстригли его. Вон он. Качается. И паровозик заходит. Наигрались все. Нет, там Вероника сейчас должна сесть в машинку. Идем сейчас домой, покатаемся, домой идем. День был насыщенный. Где там Вероника? Вероника, ау! Я там. Вероника уселась. Деловая Настя. Уселась. Воображуля. На всех смотрит. О! А папку увидела. Деловая Настя. Ладно, увидимся уже. Итак, пришли мы домой. Уже Вероника тут ходит, бант свой выкинула по пути. Дай, сняла. Она стягивается, она его сняла. Одна повязка осталась. Что, вы бегаете, прыгаете, да? Папа пошел. Тихо, Вероника. Папа пошел за водичкой в линию, забыли купить воды питьевой. И потом он пошел... Влад, посади ее, пожалуйста. А? Ты за аэропарк хочешь? Да, идите погуляйте с ней. Идите с ней погуляйте со что-нибудь. Пить. Пить сейчас налейте пиццу. Пиццу хотел? Там нет. Нет там. Надо скорее пить.
Там глоточек, сейчас мама нальет. Так, я быстренько поставила варить макароны, потому что дома ничего не было на второе. Я потом сейчас быстренько сварю макарончики. Так, и что? И хотели показать наши покупочки. Что мы сегодня закупились ленты, просто вчера покупала очень мало, так как была одна, и, естественно, с детьми это тащить еще тяжело. Сегодня купили тут чуть побольше еды. Так, ну что, начнем отсюда. Взяли такое вот яйцо, первая категория. Мы взяли два вида, да, вот. Одно отборное, другое первой категории, такие два. Найду чек, скажу цену, никак не помню. Вот такой вот кефир, большая кружка. Так, немножко подмяли мы его. Так, вот большая кружка. 1% появился в лете, раньше его не было. Очень давно его уже не было. И сейчас начали опять возить, делать на том же... Влади, потише! Илюшка! Делать на том же заводе, где и Валю. Начали завозить уже в ленту. Так, и еще вот такой вот кефир Пармалат. Тоже 1% взяли попробовать, ну, как он будет на... вкус. Владюш, потише, пожалуйста. Капустки. Сейчас свеженькая взяли. Это, может, потушу с кабачками, что-нибудь такое придумаю. Кстати, дешевая капуста в ленте была по 29,50. Видите, очень дешево. Так. Так. Хлеб. Хлеб. Пакеты под мусор с завязочками, такие вот 60 литров. Две колбасы. Это сегодня же взять такой. Так. Ятяшева. Попробовать печеночную. Владик сегодня съел с удовольствием. Очень любит он ее. Как бы я съела, я уже тоже очень люблю печеночную колбасу. Поэтому решили взять такие две маленькие палочки. Так, сыра. Ну, в принципе, как обычно, 400 грамм натура на Арла. Кошки. Пакетики. Это у нас начала их есть. В принципе, есть неплохо. Почему бы и нет? По 300... Ой, по 11 чем-то, по-моему, они... Так, столько пакетиков немножко взяли ей. Ест, пускай. Так, перемешку покупаю и разными. Так. Еще где-то на один потерялся. Лука немножко. У меня еще есть. Как бы... Так, потише, Владик, Илюша! Тоже лук по 22,79, поэтому как бы очень дешево. Хлеб, ой, хлеб такой, краюшки. Давно мы его не брали, решили попробовать. Давно же не ели, решили купить. Бананчиков немножко. Вот таких, вот как бы у нас еще есть, еще почти на килограмм. Поэтому взяли немножко бананчиков. Так. Владик, а Владик, Илюшенька, потише, пожалуйста, детки. Взяла себе вот такой вот березовый бальзамовый палатка, у меня как раз закончилось все. Решила попробовать очистить линию, потому что я ни разу не пользовалась им, как бы. Это как пользуюсь косметикой, если он только ей, поэтому... И шампунь такой вот. Эффект бани, попробую, как это все для роста волос, да, да. Такой вот, решила тоже попробовать. Ну-ка, на, садись, смотри, деловая. Так, что-то еще у меня. Да, еще вот такой вот. Я уже второй раз себе покупаю такой вот. Гель для антицеллюлита. Мне очень нравится. Не знаю, как качество. Если честно, такой прямо сильный эффект нет, но мне он очень нравится. Прямо кожа... Тихо, аккуратненько. Но кожа такая подтянутая после него, поэтому уже купила второй раз его. Так. Что это там? Сюда пришла, тоже покупочки показывали, да? Переходим ко второму пакету. А, вот, значит, потерялся какой-то пакет наш. Взяли такой вот кофе, попробовать германское, немецкое, по-моему, первый раз взяли его. Оно было по акции, 300 рублей, по-моему, баночка. Решили попробовать 100 грамм, как бы. Попробуем. Шоколадку. Фазеру такую вот. Тоже решили попробовать, никогда такой не ели. Попросили детки. Ну, взяли. Купили. Для ногтей, для ног взяла вот эти вот, как это, блин, диваж. Чтобы ногти красить было удобнее. Такие вот. Так.
это что-то не знаю. А, Сережа взял зубочистки вот такие 365 дней с ментолом. Что такое? Что? Тоже тапочки Сережи прикупили, то у него уже совсем старые, как бы потом решили, о, купили новые. Что ты тапки папины тащишь? Деловая. А, кабачков тоже с ней кабачки дешевые были, взяли. Кабачка уже сказала, потушу вместе. А чем кабачки? 59-40, короче, грубо говоря, 39. С капустой и. Да, завтра будем делать, с кабачками сделаем что-нибудь. Так, что у нас? Колбаска. Колбаски, да, палочку колбасы взяли, такой рижский сервелат, заречные колбасы, тихо. Это делается там же, где стародворские колбаски, мы решили взять. А еще? Так, тихо, попробовать вот такие вот. Видишь наш чек лентовский? Не знаю, честно. А еще? Сказать, по ценам, конечно, но не да, не помню, без чека. А, поставь, пожалуйста, поставь, сейчас мама покажет. Да, тихо, 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 фокус, фокус, фокус. Сода 5, люкс, пималюкс, сода 5 эффект. Итак, так, тихо взяла для очистки раковины антибактериальные. Так, и поставь, пожалуйста, вот такое молоко, тоже взяли попробовать, сударыня молоко. По-моему, тоже от большой кружки, если не ошибаюсь, он. Да, потому что, по-моему, да. Мам, есть, вроде бы. Что такое, взяли 2 литра такой коробочки. Потери. Да, ну и пепси себе. Кока-кола. Пепси. Пепси Кока-Кола. Да, чека нет. Значит, он остался, когда все уже расплачивался, вместе с карточкой забрал. Вот такие покупочки. Так, маляку. Да, вот такие покупочки. Молодец, Настя. Лиси. Алиси. А чего? Не надо открывать. Так, аккуратно. Надя, держи, не упала. А, молодец, держи. Так, ну и все, будем готовить кушать. Потому что уже макароны, конечно, надо сливать будет. Вот. И увидимся уже. Когда сейчас будем прощаться, да, детки? Да. Сейчас будем быстренько мыться, кушать и спать. Да. Увидимся. Так, ну что, время уже 10:55. Да, мы сегодня припозднились. Ну, уже долго нормально, культурно отдохнули, прошлись, да? Побывали практически везде, покатались, детки наездились, посмотрели, что где находится курган, да? Залезли на него, посмотрели с высоты, так сказать. Да, на всех. Курган, да. Лучше до кургана идти пешком. Не, ну, вам да. Ириша вот сегодня, видишь, немножко на обратном пути устал, конечно. А я на маршрутке. Ну ладно, не бойся. Будьте на маршрутке с мамой. Вероника тоже сегодня устала, да? И хочет спать. Прыг-скак. Так, ну что, у нас немножко изменения, да? Мы с Владиком зайдем на другой фильм. «Земля будущего», потому что Владику не понравился почему-то трейлер «Шпион», да? Там. Нет. Комедийный, как он боевик считается. Идем на приключенческий, фантастический, да? Нет! Что? Лысый? А лысый? Ты чего лысенький, а? А лысенький? Давай, так. Вот. Сделали покупочку сегодня, ну, на недельку, так, грубо говоря, так, где она здесь будет. Да, мясной завтра, там, на мини-рынке сходим, да? Да. Да, и еще мы завтра встречаемся с Юлей. С Юлей даже подписчица. Да. Давно мы ее знаем, уже так вот, да, переписываемся. Да, вот. Мне тоже, по-моему, свой канал, по-моему, был, да, и свой, или есть у меня свой канал. Да. Зара, мы встречаемся с ней вечером. Да? Да. И что, будем прощаться, наверное, устали сегодня тоже все. И хочется передать привет, кстати, Елене Глебовой. Передаем привет. Так, ну что, всем пока. 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 Всем пока и спокойной ночи. Приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока-пока-пока. Вероника радостная. Скажи, памперсы себя купили ей. А, да, мы же папа памперсы купили. Забыла показать. А, не показала? Мы сидели в прихожей, а я про них потом забыла. Ба, памперсы тебе купили. Да, так, ну все. Упаковку. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи. Всем пока. Увидимся с вами завтра. Да. В воскресенье. Да.